Блин, черт, я опять обосрался. Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Murder Mystery в Гаррис Моде. И сегодня мы с тобой поиграем на очень необычном сервере, где очень много разных ролей. И здесь есть помощник, здесь есть свидетель, здесь есть шериф, здесь есть инженер. Короче, достаточно много разных новых ролей. Я пока что до конца даже не смог разобраться, какая роль за что отвечает. Но, как я понял, помощник — это помощник шерифа. И он должен помочь убить убийцу. Да, вот этот чувак меня немного пугает. Фома. Фома. Кстати, меня зовут Семен. Эй, Фома. Ты что за мной бежишь? Я вот знаю, что меня постоянно преследуют разные убийцы. Оу! Вот это я просерфил. Вот это я понимаю серфинг. Играем мы с тобой на каком-то странном острове. Надеюсь, меня никто не убьет здесь. О! О! Нет, 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 я застрял немного в лодке. Отойду подальше. Здесь много людей на спавне, поэтому лучше держаться рядом с людьми, чтобы, если что, если бы тебя кто-то убил, они сразу это заметили. Фу, так, вот тут есть какая-то веревочка. Давай-ка мы поднимемся с тобой по этой веревочке повыше немного и посмотрим, есть ли тут кто у нас. Я слышал выстрел. А, вон он, убийца! Вот этот чувак с линии — это убийца. Стоп, по кому он стреляет? Зеленый! Зеленый убийца! И там рядом с ним оружие. Я должен его как-то беспалевно подобрать. О, боже мой, зеленый сейчас всех убьет. Буду сидеть здесь и не палиться. Он вроде всех там перебил, ты прикинь? Так, ладно. Кукусики. Кто ты такой? Что вы здесь делаете? Не понял. Ладно, возможно, мне и не нужно понимать. Так, нужно подняться повыше. Не получается. Нужно себя вести максимально аккуратно. Зеленый убийца. Теперь я это знаю. Стоп, так это вот зеленый! О, боже мой! Отстань, 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 чувак, отстань! Он сейчас других чуваков там всех перебьет! О, май гад! О, так, 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 я должен к оружию. А, нет, вот этот зеленый настоящий убийца. Так, поднимусь повыше. Аккуратно обойду. Где мне подобрать оружие? Я вижу ствол, ты представляешь? Я вижу ствол. Так, подобрал его. Возьму-ка я свой магнум. Перезаряжусь немного. Зеленый чувак — это убийца. Йоу-йоу-йоу, Роман, отойди от меня. Роман, отойди от меня, я тебя сейчас пристрелю. Чувак, держись от меня подальше. Так, зеленый убийца, вон он бежит. А, он чё? Он умер? Вы это видели? Давайте посмотрим еще раз повтор. Что? Как он так погиб? То есть он просто вот так бежал-бежал и такой, а, ну почему бы мне не спрыгнуть вниз? Ясно, понятно. Ну, надеюсь, меня сейчас сделают шерифом. Я тироохранник. У меня есть шокер. Я буду защищать невинных людей. У меня очень опасная работа. Так, это кто у нас? Этот чувак у нас каким-то со стволом или с рукой бегает, не знаю. Может быть, он волшебник? Так, если что, я буду держать биту в руке. Буду с фонариком здесь стоять. Почему здесь все прячутся? Что они пытаются здесь сделать? А, возможно, они пытаются залезть сюда. Бойтесь меня. Шучу. Бояться меня не нужно, потому что я хороший, я добрый. Где убийца? Ага! Вон он, убийца. Стоп, они битами друг друга бьют? Вы что, прикалываетесь? Короче, я понял, это транквилизатор. Эта штука, она типа не убивает, она просто парализует на какое-то время. Здесь кто-то залез как-то за текстурки. Мне вот это очень интересно, как он это сделал. Может быть, я так же могу. Так, вот отсюда нужно допрыгнуть до заборчика. Ха! Опа! Дратуйте. Так, нейтрализовали. Обездвижили его полностью. Давай, Фома, беги, Фома! Беги, Фома! Стоп, Леонид! Ты кто такой, Леонид? Что ты здесь делаешь? Почему ты здесь стоишь? Да, мне кажется, ему пофигу. Так, вот этот вот чувак не особо похож на убийцу. Убийца какой-то, видимо, профессионал. Видимо, игрок, который долго играл в Murder Mystery, потому что он до сих пор не спалился. В этом вся фишка, понимаете? Ваши догадки в комментариях, кто убийца? Мне кажется, чувак с арбузом на голове. Он выглядит немного стремновато. Ну или же вот этот чувак, который прыгает как пасхальный кролик со скоростью света. Или же убийца уже давно ушел. Вот это я понимаю серфинг. Не подходи ко мне, Ярослав. Даже не думай. Вроде как я его оглушил на какое-то время. Он опять бежит за мной. Оп. Давай, 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 давай. Поднимаемся. Так, а теперь серфим вниз. У меня жизни почти не осталось.
Кого-то убили! Убили его! Его убили! Убийца наверху! О, боже мой! Наталья! Они убили Наташку! Наташка просто упала вниз со второго этажа. Вот только попробуй меня убить, я ж тебя сейчас... Я ж тебя сейчас вырублю. Ты понимаешь? Ладно, хорошо, я спущусь вниз. Он помогает убийце, это нечестно. Вот серьезно, это нечестно. Помогает убийце. Ага, он думал, что я ушел, а я не ушел. Так, ну-ка стоять здесь, Олег. Поднимаемся наверх. Убийца где-то наверху. Вот где-то он здесь. Где-то он здесь. Труп только что упал отсюда. Мне кажется, это он. Вот этот вот тип. О, боже мой! Леонид! Это Леонид убийца! Так я тогда, получается, убийцу вырубил. Ну-ка, стой, Леонид! Стоямба, я тебе сказал! Не попал по нему. Так, нужно подойти поближе. Сейчас я тебя вырублю этой колбасней. Шериф, а сюда! А-а-а! Ты чё? Нет, нет, нет! Стреляй по нему! О, да! Наташка! Вот это я понимаю, командная работа! Побежали, вырубили его просто очень быстро. И все, дело в шляпе, чуваки, дело в шляпе. Так, кем я сейчас буду? Какую роль мне дадут? Опять охранник. Слушай, а мне нравится играть за охранника. Это вот такая полуактивная роль. Я бы сказал, что, конечно, не... О, опять Леонид. Вот этот Леонид мне прям не нравится, Леонид. Эй, почему у меня шокер убрался из рук? У меня кто-то убрал шокер из рук. В смысле? Почему у меня нет шокера в руках? Он просто исчез. Это что, шутка какая-то? Да, это шутка. Ну-ка, дай на тебя затестирую, на ком-нибудь. А, да, я могу вроде как отрубить. Ну, вроде как у меня его в руках и нету, этого шокера. Но это Гаррис Мод, что поделать. Арбузи, вкусные арбузи, персики, бананы. Поднимусь-ка, как Маруська! Блин, я чуть не умер. Жизни у меня вообще не осталось. Оттуда вышел всего лишь один человек. Куда он полетел? На чем это он летает? На ботинке? Он живой? Нет, он вроде умер. Слушайте! Знаете, что-то мне подсказывает, что мы сейчас увидим труп где-нибудь здесь. И кто-нибудь меня поджидает за углом. Кто-нибудь меня уже поджидает за углом. Ты что здесь делаешь, лысый? А ну-ка пошел! Вырубил лысого. Так, 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 чекаю фонариком. Почему я здесь ничего не вижу? Где трупы? Кого ты уже убил, лысый? На, стой здесь. Все, стой там. Свидетели победили, ладно, это был не лысый. Прошу прощения. Я теперь обычный свидетель, это не есть хорошо. А, нет, не попадешь по мне, охранник злобный. Ха-ха-ха-ха, не может попасть по мне. Сматываемся, сматываем удочки. Чуваки, сматываем удочки. Фиу. Нужно держаться, опять же, среди толпы. И нужно как-то выманить убийцу, мне так кажется. Нужно выманить убийцу. Нужно зайти куда-нибудь подальше в угол и продумать отходной план. Эй, кто хочет со мной пойти поиграться в Лего? Я не знаю, в Лего можно играть здесь? Думаю, да. Ого, бочка! Плавающая бочка, прикинь. Могу ли я ее взять? Могу ли я на нее запрыгнуть? Вот в чем вопрос. Могу ли я запрыгнуть на эту бочку? О, как дельфин! Да ё-моё. Давай, бочка, я тебя сейчас вытащу. Ты не утонешь. Только не сегодня. А, блин, я ее сломал. Можно взять что-то, на чем можно летать. Вот, например, стул. Можно взять стул, да? Верно же? Можно взять стул. И на нем полететь куда-нибудь. Давай, стульчик. Нет, не получилось. Может быть, башмак? Тимофей, ну не надо! Ну я свой. Он меня оглушил. Больно. Шучу, нет. Не больно. Дерешься, как баба! Там убили фиолетового типа. Или он спрыгнул вниз? Баба в бежевом. На нее падают подозрения. А, нет, это мужик! Это мужик! Сзади, дурак! Сзади! Я выжил! Я выжил! Ты прикинь! Вадим! За что? Где этот бежевый? Где этот бежевый? Он меня чуть не убил, у меня жизни вообще не осталось. Нужен ствол, нужен ствол. Нет! Камон! Он бежал все это время за мной. Вот он, чувак в бежевом. Почему все люди падают со скал? Почему они пытаются убить себя? Это пока что единственный у меня вопрос. Ну вот этот чувак просто присел на картаны и наблюдает за всем. Видит, как всех разносят, как меняется этот мир.
Где же шериф, когда он так нужен? Вот где шериф? Шерифа-то нет здесь. Свидетели победили, убийца вышел. Шишел-мышел вышел, у! Шишел-мышел вышел, у! Опять я свидетель, ну почему так неинтересно? Вон там охранник сбитый, там кто-то поднимается, возможно, кого-то убьют. Если мы увидим сейчас оранжевый труп, то зеленый убийца. Короче, я буду смотреть, куда все люди заходят. Чё? Лысый! Лысый тащит в воду труп! Что происходит вообще? Что они делают? Что происходит? Они там типа за... Захар, ну ты дурак, честное слово тебе говорю. Там чувак скинул другого чувака в воду! Но он садит его на лодку! Он собирается его сейчас утопить! Так, нет, даже не вздумай... А, Тимофей, блин! Зараза, от зараза. Ну да, все, я упал вниз. Убейте Тимофея там кто-нибудь. Ну, как говорится, свидетели победили. Как говорится, победило добро. Кем я буду? Я следопыт. Оу май! Так, я вижу разные следы. Я даже вижу свои следы. В этом-то весь прикол, понимаете, да? Я вижу свои следы. Красные следы. Следопыт. Это что, телепорт был? Или что... Что происходит? Я нажимаю на какую-то кнопку, меня телепортирует. Это что за прикол такой? Я вижу след. Я вижу другие следы. Я пытаюсь зайти туда, и меня... Тпшет? Что за прикол? Ладно, видимо, туда я не могу никак попасть. Видимо, на этом наши следы заканчиваются. Чувак сбитый. Как его там зовут? Погоди. Нужно запоминать имена. Юрий. Юрий, ты мне не нравишься, Юрий. Вот красный, скорее всего, убийца. Видите, да? Толпа людей бежит за ним. Да не надо... Да даже не вздумай, Юрий! Юрий! Успокойся! Боже мой! Я свой! Я свой! Только попробуйте вырубить следопыта, я вас вырублю! Олег. Олег выполз из воды. Возможно, он кого-то убил и, знаешь, там кого-нибудь запрятал. Где бы он мог запрятать труп, если бы я был Олегом? Чё это? Что это такое? Блин. Это... Апельсин. Захар? Привет, Захар. Я тут апельсинчик собрал, ты же не против? Вот это нычка! Вот это я нашел нычку, чуваки. Вот фиг кто тебя здесь найдет. Опять кто-то спрыгнул вниз. Я пытаюсь найти здесь логическую цепочку, пожалуйста. Не надо меня осуждать, что я ничего не делаю. Я пытаюсь найти логическую цепочку. Я правильно тебя преследовал! Ах ты! Блин! Блин, черт, я опять обосрался. Ладно, чуваки, на этом мой ролик подходит к концу. Я преследовал все это время Захара, убийцу. Как он меня не убил тогда под мостом? Почему он этого не сделал, я без понятия. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте свой лайк и оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос! Playtime!